Уходи ото всех, кто не любит и не ценит твой внутренний дом. Чувство времени путь не уступит, как бы сильно ни ждал ты их в сердце своем. Отпусти тех людей, кто лишь медленно губит, и кто стал в твоем мире лжецом. Пусть их всех непременно возлюбит, но лишь те, кто им вровень плечом. Будь сильнее, и пусть все осудят, если ты не живешь их совместным умом. Ведь поверь, что и жизнь не наступит, пока миг заключен в абсолютно другом. Верь в себя, будь ко всем дружелюбен, и не бойся открыть новый том. Знай, что каждая доля минуты может стать самым важным письмом.